Начинаем запись. С вами Регислад. Это уже, по-моему, 16-я игра за наших орков в чемпионском ладере. Нашли дворфов за 1730, и, похоже, будет сложновато. Сколько у них игроков? У них 11 игроков. У них гардов. Ну, кстати, не так много гардов. То есть 4 гарда, прям как у нас. У нас есть запасные, у нас есть грязная игра. Много статапов на мув. Пеленонов у него 3 штуки, много всяких. В общем, довольно стремновато. Давайте взяточку возьмем, чтобы ногу нашу реализовывать. И, скорее всего, нас перебашат, а не мы. Может быть, 17-е, если сейчас... В общем, посмотрим. Атакуем. В общем, что меня интересует? Крепкая стойка. Давайте крепкую стойку найдем. Я вижу одну крепкую стойку, вот она. Что еще есть? Есть кикер с лидером. То есть реролов у него будет много. Есть блицер с подскоком, довольно неприятный. Есть блоджер. Есть блоджер на сила. С киков ретерном. То есть приятный парень. Приятный. У нас, как вы видите, такой всеподавляющей мощи нет. У нас 2 могучих удара, один из них на тролле, да? Зато у нас есть блоки на черках. То есть мы, в принципе, можем его обложить гардами, и как бы у нас вроде больше силы, да? У него дантлес только 2. Значит, 17-я, да? Я, если честно, вот такие вещи слабо помню. Да, хорошо. Восьмую броню он не подставляет. Гвардейцев подставляет. Блиц, скорее всего, будет вот в этого парня или в этого парня. Скорее всего, чёрком просто вот так вот разбежимся и дадим по лицу, да? Здесь что у нас? Здесь нужно раз, влепить могучим ударом по крепкой стойке. Два, влепить таклом по блоджу. Хорошо, здесь все нормально. Френдиста, наверное, даже будем держать на центре. Ты у нас идешь сюда. Этому парню никакая помощь не нужна, потому что команда не быстрая. Ха-ха-ха. Можно даже чуть поближе их поставить, этих ребят. Вот. Нога нам нужна, нога. Где нога? Нога у нас не помещается, да? У нас не помещается нога. А, помещается, вот она. Вот так вот. Тебя вот сюда вот поставить, и вот этого товарища мы будем фалить. Жестко фалить, вот так прям. Хоп, и так. Раздаем его к чертям. Против нас получает дополнительный ролл. 4 ролла. Так, в этот ход мы брать не будем, поэтому просто подходим. Я не хочу никакие гуфы кидать, это все глупости. Так, поехали. Давай, умри, дружок. Смертью храбрых. Стоим на месте. Ты, давай, могучим ударом выносим тебя в могилу. Не получилось. Тогда выносим тебя могучим ударом в могилу. Тратим реролл. Выбираем блок. Еще раз пробуем. Уносим тебя в дали. Делаем здесь блиц.
Ничто не пробито. Ты у нас чуть-чуть идешь на фланг. Делаем три куба. Я надеюсь, мы тебя все-таки завалим. Давай, дружок. Завалили. Отлично. Давай, используй свою крепкую стойку. И делаем вот такую штуку, приятную для нас. Я надеюсь, мы не потратим сейчас взяточку. Надо раздавить этого коротышку. Давить навсегда. Нас вроде не ударили, отлично. Хо-хо, грязная нога. Грязь, грязная нога. Давай аптечку, и будешь стрематься до конца игры. О, отлично, крепкая стойка с гвардом. Ушли. Успех, успех. Первый ход успех. Смерть бородатым коротышкам! Смерть! Опасных у него нет, если что. Так что вот, на самом деле, нам чуть-чуть гвардейцев повыбивать. У нас даже не вот эти ребята самые приоритетные для избиения, а гварды. Как-то коротышки как-то забегали, агрессивно побежали к нам. Жень, я ненавижу ворвов всей душой просто. Правда, я за них иногда играю. Так. Нет. Никакого пеленона, дружок. Вздумай. Вот зараза, а? Ну хорошо. То есть, как бы ты хочешь получить по лицу бутсом, то мы всегда рады. Вот гад. Сейчас мы тебе за это просто отплатим. К тому же у нас здесь есть кандидат на вылет. Как бы товарищ, наверное, не в курсе, что у нас здесь френди. Привет, Нав, да, вот, кстати, провал об этом уже сказал в чате. Он об этом писал. Его перебашил. Зачем он вот сюда пошел-то? Что-то я не понимаю совсем. Что он здесь забыл? Хорошо. Начинаем вот с этого удара, как самого простого и необходимого для нас. Подходим. Это раз. 102. А у нас надо вот сюда вот подойти и этого товарища отсюда укатить. Давай, дружок. Замечательно. Так, давайте поможем Даше найти этого дворфа за полем. Здесь у нас что? Здесь мы тоже можем подойти. Куда-нибудь, например, сюда. Делать такую, так сказать, коротышечную. У нас есть два куба здесь, в принципе, можно. В принципе, здесь еще обозначить наше присутствие каким-то таким вот образом тоже. Надо еще не забыть мячик поднять. Попусть. Мне кажется, вот это действие, оно будет немножечко посейфовее сейчас. Свидание, дружок. Давай, прощаемся с тобой. Пока. И вот тут мы встаем вот так, чтобы здесь у этого товарища не было соблазна нас тоже укатить за поле. Если вдруг он появится, то мы его еще и тоже как бы увезем отсюда нафиг. Так, два куба. Сначала мячик. Может, просто потопчем? 28% не такой уж и плохой шанс, на самом деле. Здесь у нас гард. Здесь можно гард воткнуть, в принципе. И, собственно, по гарду можно ударить. Вот так. Давай, дружок, уходи.
подальше, подальше. 28%. А, погнали, в общем. Вот зачем мне нужна была Фредди. Здесь к тому же сказокусочная, ребята. То есть выпихивается очень, очень хорошо. Тут у нас вот, в принципе, вот, вот у нас три жертвы, которые у нас сейчас будут под ударом. Он наверное, все-таки хочет, да, увести за поле на одном кубе. Это сначала будет два, потом один. Ну что ж, тоже интересный момент. Попрыгиваешь, чего уж там. Не стал. Так, хорошо. То, что у него не сейчас не будет рерола на, собственно, на этот ход, уже очень хорошо. Как-то нас окружают демоны. Так, 1-1-1-1. 1-1-1. Нет, не один. Так, ну хорошо. Значит, мы можем спокойно совершенно укатить вот этого парня за поле. Точно таким же макаром, да? То есть вполне себе неплохо. Только нам нужно вот этого товарища гвардейца отсюда убрать. Так, тут у нас... Тут мы поднимаемся. Тут мы поднимаемся, идем обратно. Тут очень важно этого товарища отсюда убрать. Убрали. Хорошо. Остаемся на месте. Вот здесь вот опасный парень, конечно. Нам нужно с ним разобраться по-хорошему. Я пока не очень вижу, каким образом. Если бы вот этот блок удался, мы бы здесь тоже заблокировали бы и подошли здесь. Но сейчас это все довольно опасно. Ладно, пробуем это сделать в любом случае. Нам это надо. Свидание. Хо-хо-хо-хо-хо! Фигурская закусочная. Печка. Так, закрылись. Ты, дружок, давай-ка мы тебя тоже немножко укатим отсюда. Вот в таком вот манере. Так, хорошо. Два куба раз. Подходим. Два куба два. Не подходим. Здесь два куба. Чудесно. Остаемся. И тут великий маневр. Так, ну, не-не-не-не-не. Не пробился. Жалко. 2-2. Тут всего-то надо было чуть-чуть. Dirty player, один ассист. Ладно. Thank you.
Джампап, не джампап. То есть мы сейчас еще раз его покатаем. Взятки у нас все равно нет, но мы все равно. Какая разница? Кому нужна эта взятка, скажите? По-моему, никому не нужна. Обижают нашего тролля. Бедный диванчик. Любопытно. Так, хорошо. Ты, дружок. Тебя можно просто оттолкнуть. Тролля хочется освободить. Ты особо не очень страшный пока. Да. Вроде пока нет. Не сильно страшный. Кого облицевать будем? Очень хочется его покатать ногой. Очень. Просто очень. Можно сделать... Здесь удар. Здесь подвести товарища и тролля поднять, да? На самом деле нам тролль сейчас уже как-то не очень сильно важен. Если его поднимать, то, скорее всего, МГФИ надо будет идти. То есть это будет последнее действие и на шару. 4 плюс, 2 плюс. Чтобы вот этого товарища занять. Так что можно, наверное, сделать вот так. Во-первых, мы тебя бьем тут. 2, 3, 4. Обоим мы подходим сюда. Дальше начинается интересно. Ты бьешь. Отпихиваем тебя сюда. Бьем тебя. Надо повалить. Ну нет, так нет. Ничего страшного. Блиц. Ты бежишь вперед. На самом деле можно прямо сюда. Мы гарантированно хотим пробить эту броню. Тебя отталкиваем. Можно, в принципе, тебя здесь же оставить. Остаемся. На! Нога сработала. Делаем грязь нашим троллем. Увы, нет. Увы, нет. Ну, не страшно. У нас есть еще один кубик, который превратится сейчас в 2, если повезет. Видите, это заслуга никого иного, как сериальчика. Сериальчик не любит бородатых гномов. Он испытывает некоторую неприязнь к низкому росту и бороду. Так. Чашечка какао. Не надо нам тут замахиваться на чашечку какао. Она ничего плохого не сделала. Ну, хорошо. У нас, кстати, есть еще один теперь кандидат под фул.
Одеялка. Держись. Держись, одеялка. Ты поднимаешься. Большой сейчас ценности тролль не имеет, поэтому мы просто попробуем поднять и подойти. Два ГФН слишком все-таки перебор пока. Ты подходишь, знакомишься с вот ужасные у них имена у этих коротышек. Так, и здесь у нас есть тоже план. Давайте мы попробуем поймать стрелочек, чтобы обеспечить достойную старость за полем этого господина. Ну, так тоже сойдет. Так, всех распихали, все нормально. Здесь у нас гвардеец, кубов в мячик у него нету, все нормально. Привет, мент. Да, у нас сегодня три игры получилось, в принципе. Но это последняя, больше не будет. Нет, нет, нет. Так. Пытается поймать шестерочку. Так, замуровали демоны, просто замуровали. Умный тролль. Молодец. Мы начинаем опять веселиться. Стрелочки. Стрелочек нету. Стрелочки. Давай, стрелочки. Стрелочки есть. Нужен дополнительный ассист. И паровозик, который отвезет его в лучший мир. Я сказал, в лучший мир. Thank you.
Не получилось. Не вышло. Так, все, осталось два хода. Мы просто сейчас сосредотачиваемся и бежим к зачетке. Нам нужно заносить уже. Ну, почти получилось. Ну, как бы три единички. Что тут поделаешь? Так, нам тоже какие-то травмы здесь прилетают. Бэдли Хёрт, ничего не делаем. Видели, с какой яростью обороняется наш диванчик? Просто так его не возьмешь. Так, хорошо, у нас есть вот этот товарищ за поле, в принципе. У нас есть вот этого парня, которого нужно обязательно повалить. У нас есть... А тут, на самом деле, нужно расчищать довольно нормально дорогу. Возможно, у нас никто сейчас за поле не поедет, потому что нам нужна свобода. Так, так, мы, похоже, не сбиваем наши атаки, ребят. Нам придется в защите отбирать мячик. Клейм, ну а банальная жадность, смотри, как хорошо хрустят коротышки, они все на краю поля, ну, поэтому и не шел, была возможность хорошая их выпихивать. Так, этого парня теперь можно отправить за поле, давайте попробуем. Даже никто не добегает. Никто у нас не добегает. Ты у нас ударишь здесь. Ты у нас ударишь здесь. Или здесь. Похоже, вот этого проще будет отправить за поле, чем этого. Вот здесь ударим. Здесь ты подойдешь. Здесь мы сделаем блиц, и вот сюда мы тебя увезем. Правда, нужно будет два подряд блока сделать успешно. Ну, пробуем, ладно. Так тоже ничего. Сейчас мы сразу двоих отправим, если повезет. Так, колокол хорошо, раздаем здесь, делаем здесь фол. Да блин. Миллион единичек, просто миллион.
Нас сейчас тоже за поле отправят, блин, из-за этого. Да, выпихивают нам чёрка. Так, подушка, ну давай, живи. Хорошо, подушка живет. Ну, с другой стороны, ребят, если бы у меня не было 4 единичек подряд, то все было бы нормально. Мы бы спокойно, мы за 2 хода спокойно набегали. Я, да, я пожадничал немножко. Мне сложно было действительно удержаться от того, чтобы поместить, не поместить, точнее, как коротышек. Особенно, смотрите, у нас, в принципе... Ай... Мы... У нас там никто на МНГ там не отсиживается. 11. Мы все равно в 11 игроков играем. Так что... Нормально. Сойдет. Ну, не забывайте, гномы здесь играют. Правда, нам такл, конечно, выбили. Это очень печально. Потому что у него меченосец Блоджер. Но мы против него френди, в принципе, тоже приготовим сейчас. Должно сработать. Привет, Джимыч. Спасибо. Как бы не стоит забывать, что у гномов тоже 2 горда выбито. Чуть не накликал себе опять. Неудачный сброс. Эй, эй, эй! Диванчик, куда ты? Блин. Не, ну я на него не буду аптечку тратить. Я, скорее всего, нового тролля себе куплю. Диванчик у нас нету. Мы его увольняем. Блин, вот как раз сейчас бы нам деньги пригодились. Я, кто не знает, я случайно купил себе рерол в предыдущем матче. И остался без денег. Даже не отрегенил. Вот с тебя бы было бы нормально отрегенить, дружок. Что ж ты такой тупой-то? Я полностью разочаровался в диванчике. Флэймон, у него минус броня. Но он уже не жилец. Я его с 8-й броней я его точно оставлять не буду в команде. Ларион, я ничего не забыл. Я знаю, что у меня нет денег. Я говорю, что они бы у меня мне бы как раз сейчас пригодились. И деньги, которые я так бездумно потратил. Случайно. Я, возможно, сейчас диванчика вообще не буду брать, потому что он довольно дорогой, а качать его довольно... На таких ТВ, по крайней мере, довольно трудно. Он был неплох, но, да, похоже, что мы без него будем играть. Как раз немножко подсбросим ТВ, он сейчас 130 у нас занимает ТВ. Долбанные фанаты. Кстати, вот стадион полный фанатов вот этих мерзких коротких бородачей. Но это неправильно, конечно, совсем. Совсем неправильно.
Так, дружок, поднимайся. Брит, скорее всего, пойдет сюда. Напрягать будем этих ребят. Можно, в принципе, сделать блиц-гвардейца и зафалить его. Или зафалить, например, вот этого товарища. Но фалы сейчас вещь ненадежная. Совсем ненадежная. Так что можно, в принципе, фалилу здесь пока на подспорье оставить. Здесь вот будет два куба. Ты, товарищ варфийский, идешь знакомиться с одним из чёрков. Ты, товарищ, скорее всего, идешь сюда. Мы вот так вот тебя здесь прокатим. Тебя хочется тоже занять, но непонятно. Скорее всего, мы просто тебя будем контролировать тем, что у нас здесь будут игроки, и ты далеко не сможешь убежать. Этого чёрка тоже нужно хранить здесь. Поехали катать этого товарища. Ладно. Оставимся здесь стоять, и мы на самом деле чёрком займем вот этого парня по-хорошему. Растянем немножечко его гордов, пусть они будут заняты. Вот этот у него самый незанятой, если мы сейчас его изолируем, то у него будут большие проблемы. Вопрос, подходить ли сюда с ГФИ или нет? Наверное, нет. Как он здесь может нам разбить все, кстати? Давайте подумаем. Здесь есть гард. Этим товарищем он бить не может, потому что здесь есть два контрасиста. То есть это будут минусовые кубы. Здесь он может бить в два куба. То есть вот здесь он отодвинет. А здесь он может потом, даже, наверное, сейчас ударить в один кубик. Можно вот так подойти. Можно подойти вот так, чтобы он здесь не подходил к нам. Мне, я боюсь, что он просто тогда нам обижит с этой стороны. В общем, ладно. Не будем здесь тебя перехитривать. Давайте вот посмотрим, что он сделает сейчас. Чуть пробился. Кроватка, давай. Не надо. Блин, да ё-моё. Началось. Просто началось. Так, минус. В общем, у нас такая же беда. Даже сейчас будет сильнее, чем у дворфов. Пипец, ребята. Пипец. Ладно, нас все равно еще пока на одного больше. Но, правда, по качеству игроков сейчас дворфы, похоже, у нас все-таки выигрывают. У нас все горды ушли, ребят. У нас больше нет гордов. Ни одного. Да, беда. Ну, в принципе, у нас еще есть наточная нога. Мы вот сейчас сюда добежим и свалим по этому товарищу, да? У нас есть вот здесь вот блиц с подходом к меченосцу. У нас есть здесь лишние ассисты. Нормально, в общем-то. И жить можно.
Сначала делаем вот это. Замечательно. Ты у нас идешь сюда. Ты идешь сюда. Очень хорошо. Идешь сюда. И идешь сюда. Двухкубовые блоки раздадим. Давай шестерочку. Давай, давай, давай. Умирай, умирай. Еще один двухкубовый блок. Давай, давай, давай. Насмерть, насмерть. Отлично. И щекочем. Давай еще на 58% шанс. Пробился. И мы удалились. Так. Играем полностью по-честному, то есть нам сейчас нужно следующий ход выбить мячик, забрать его и убежать. Пока все валяются, нам нужно этой инициативой нам нужно пользоваться. Менг, ну, если ты про чемпионский ладдер, я что-то не хочу на рублями играть. Это не могу сказать, что прям самая интересная команда. Ее, наверное, все-таки в лиге поинтереснее играть, потому что в ладдере это все-таки будет меньше. Меньше интерес. Когда вот у команды есть какая-то история, да, то это еще более-менее, а так? Не знаю. Вряд ли. Так, хорошо. Меченосца он освободил. Что дальше? Куда ты побежишь? Кстати, Менг, и это не совсем правда, что я начинал на рублями. Я не начинал на рублями, я начинал карнитами. Целых два сезона меня отыграл. Так, хорошо. Разобрались. Теперь нужно просто донести и занести. И нормально. У нас два рерола еще есть.
Рад нас, у нас все равно могут мячик увидеть. Вот, вот эти товарищи третьи, с третьей агилы могут нам помешать. Увы, нет. Так, а может быть нам кем-то забить можно хорошим товарищем, например? Например, кем? Например, тобой или тобой. Было бы неплохо. Так вы есть. Блин, сейчас могут нашего этого прибить, торшерчика. Держись, торшерчик. Прибили нам торшерчик. Аптечка. Вот, вы говорили, что он эльф. Пожалуйста, он эльф. Он теперь седьмой броней. У нас что-то совсем мало народу теперь. Сам ты делал. Даже вот так мы встанем. Ты у нас пойдешь сюда, ты пойдешь сюда. Ты, дружок, у нас ударишь этого парня. Да, хорошо. С ППшечка нам пришла. У него нет перманенток, у него все более-менее нормально. У нас две перманентки, это тролли под увольнение и седьмая броня на тровере, это тоже очень плохо. Это очень плохо, потому что он будет теперь страдать в каждом матче. И вот тебя тоже надо подвинуть, чтобы тебя было не так просто здесь доджиться. Аптекарь гад. Берегли его. В итоге можно было не беречь. Обидно, что колокол всего один. Зато куча всего остального. Чудеса ловкости здесь. Так, нам еще нужно сейчас забить, ребят. У нас... Сколько у нас игроков? У нас 7 игроков. У оппонента. Раз, два, три, четыре, пять, шесть игроков. Да? Вроде у нас есть некоторые преимущества, но почему-то мы... Я что-то его пока не сильно ощущаю. Надо подумать. Надо подумать. Куда здесь всех вас расставить таким образом, чтобы нам стало хорошо? Похоже, что здесь придется либо в один кубик бить так, либо делать, собственно, блиц с даджом. Это плохо. Но похоже, что нам надо будет это делать. В любом случае, ты у нас просыпаешься. Вы, ребята, стоите, где стоите. Ты у нас без блока, поэтому тобой делать блок не будем. Поехали. Thank you.
Ну, давайте занесем. Что-то я не думаю, что хватит нас силенок надолго все это как бы расфасоливать. Так, у нас никто не встал. У оппонента один товарищ встал. Ну, нам могут занести. Это очень похоже на ничью, на самом деле. Нашим количеством выбывших игроков. Ой. Фритерн у него есть, додж у него есть. Очень похоже на ничью. Просто очень. Блиц. Блиц — это хорошо. Можно, конечно, чёрков посадить на лосы, пусть они, типа, занимаются избиением. Этого товарища мы оставим в качестве сейфти по-любому. В кого же сделать блиц? Самая вот, приятная цель — вот этот парень, но он, блин, блоджер. Это минус. Ну, давайте здесь. Давай, дружок. Кидай однокубовые. Минул. Сейчас и любая единичка, кстати, провала порит абсолютно. Не надо об этом забывать. Мерзкий коротышка, блин. О, он меня услышал. Он меня услышал. Так, сколько у него? Два хода остается, да? У него остается два хода. Нам достаточно. Этого вообще можно не трогать, он уже не добежит.
Вот этого товарища нужно завалить, и вроде все нормально. Он, правда, еще может через этого товарища попробовать сыграть. То есть у него хотя бы, хоть и вторая агила, но у него нормальный мув. Здесь довольно сложно его будет освободить. Можно, в принципе, да, вот через этого товарища попробовать. Будет чуть-чуть посейфовее. Нет. Тоже нет. Ну, давай хотя бы в один кубик тебя просто отвезем подальше, чтобы ты бежал больше. Револ. Понятно. Хорошо. По крайней мере, это довольно проблематичный прием на 4+. Но если он примет, то нам конечно, да. Чё ж постоянно, вот что-то в таких моментах критичных, постоянно что-то вылазит такое. Типа единичек. Или он не хочет этого делать? А, он хочет освободить этого парня. Ладно. Давай так. Да, и все-то у него получается. Так, по максимуму усложняем жизнь. О, блин, вот этого товарища нужно очень нужно его закрыть. Ой, потому что он сейчас доджит, в принципе, вот этот это реальный вариант, если он сейчас доджит, здесь будет два куба, и он сможет поднять и забить. Но у него нет реролов. А если я сейчас не сдоджу, да? То 3 плюс реролл, то это... Скорее всего, мне вообще простой гол. Остаемся на месте. Пусть он кидает. Так, ну, нормально все прошло у него. Что, значит, ничья все-таки будет? Нас только ГФ и провальный спасет тогда, получается. Ну и на подъем тоже. Шанс довольно нормальный, что он мне поднимет. Поднял. Нас спасло ГФ.
Натянул кто-то из наших фанатов леску. Молодец. Молодец. Мы, в принципе, можем сейчас еще немножко побить товарищей. Ладно, давайте попробуем на шару найти шестерок для СПП-шечки. Не вышло, но еще можно книжечкой тоже ударить. Ой, тяжелый был матч, конечно, тяжелый. Деньги нам пригодятся. Примерно поровну у нас пробитие брони. Мы сделали в два раза больше блоков, но нас оприходовали гораздо сильнее. Что поделать? 10 СПП как бы за матч, это стандартно. Но мы там 8 за тролля потеряли. Тровер пропускает пробитую у него броня от диванчика. С диванчиком мы прощаемся. До свидания. Выходим в 11 игроков на следующий матч без бросала. Так. Единственный товарищ, который обитает в уютной стране, нанят за МВП, получает наконец свой первый левелап. И это дубль. Дубль — это гард. Возьмет на следующем уровне блок и наравне с блицерами станет что-то делать. Хотя он всегда на осе будет стоять, скорее всего, он за это скоро погибнет. Но девятая броня, давайте верим в девятую броню. Будет в любом случае будет полезен еще один гард в команде. Потому что у нас их теперь минус один за счет тролля. Немножко вернем недостающие позиции. По статистике у нас 11 выигрышей, 6 ничьих. До сих пор мы ни разу не проиграли, что я считаю чудом. С учетом всех напряженных этих матчей в последнее время. Это чудо, конечно. Вот. И ТВ у нас оптимизировалось. Будем вылавливать каких-то нубов. А, давайте запись остановим.